Как вы думаете, кто лучше всех подготовился к зиме? Кому ехать гораздо удобнее, чем к другим? Не надо на 15 километров ехать, не надо пробовать путешествовать от первой проходной до седьмой. Там вечная пробка, не всегда удобно. Вот. Кто открыл шинные центры в южных районах, в центре и в северной части города? Ну, это правильно, это Автоград и шинные центры Вианор. Кто завез максимально новый ассортимент товара? А точнее, новейший ассортимент товара? Опять же Автоград, опять же Вианор. Где вам удобнее всего покупать авторезину? Кстати, очень удобно покупать там, где вы живете. Но если вы, допустим, решили поехать в Уфу, и внезапно вам сказали, что по дороге снег, то вот приезжайте сюда. Улица Северный переход. И сегодня мы познакомим вас с реальными ценами от Автограда на новую резину и на самую любимую, распродаваемую. Назло маме отморожу ушки. В период засады дострою дилерский центр. Упрусь, но сохраню свою автопередачу. Не, все это достойно уважения, но вряд ли в такой ситуации возможно сохранить и наличие, и ассортимент. Да еще и по демпинговым ценам. Да, це вряд ли. Конечно, это естественно для города панически запуганного и малость тормознутого, ажиотажный спрос при первом проявлении гололеда. Центр Вианор, структурное подразделение Автограда, рассчитывают на постоянный спрос и, естественно, завозят последнюю моду и свежак. Да еще как завозят. Ну что, опять непрофессионализм, да? Опять на шнурке на микрофоне, где ваша петличка? А я объясню, почему на шнурке. Потому что вот сегодня шнурок — это у нас удав. 4,5-метровый. Помните мультфильм про слоненка, обезьянку, удава и попугая? Вот 38 попугаев — это была длина удава, соответственно. Вот и померили. Вот чтобы вам было понятно, и вот перспектива вот этого богатства выбора от Вианора. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, 45 метров. И вот на 45 метрах здесь выставлена автомобильная резина. То есть вот за выбором, куда ехать, за зимней, за летней резиной. Ну, сейчас зима впереди, конечно же, ехать сюда, в Вианор. Я всегда рекомендую. Но меня спрашивают, а как сделать дешевле? Я говорю, так берите меня с собой, что? Найти меня несложно, телефончик в каждом автостопе есть. А скидка только у меня персональная. Вот Вианора и всей сети Автоград. Кстати, для страждущих полезная информация. Свежак поступил. Нет дефицита, нету смысла для поиска, где дешевле. Сэкономите 1000 на комплекте, ее и прожжете в пробках. Хотите экономить на шиномонтаже? Хотите гарантированно без разрывов покрышки шалопаем вчерашним школьникам, допущенным на шиномонтаж, ездить спокойно? Вариант. Шинодиск, естественно, вас устроит, как устроит и цена. Путем несложных арифметических вычислений мы поняли, что 10 удавов, то есть 45 метров, превращается в 380 попугаев. Это количество представленных по длине автомобильных покрышек. Что касается дисков, сколько их у вас примерно? Дисков порядка 500 наименований. Также можно привезти любые диски на заказ, любые индивидуальные, то есть если хотите выделиться, любых размеров на любой автомобиль. Реальная экономия, первый фактор, это шиномонтаж. Это шиномонтаж, да. Так как мы возим более очень качественные покрышки, которые вам прослужат от 3 до 4 лет, то есть экономия на шиномонтаже составит порядка 4-5 тысяч рублей. Это вот сколько она прослужит, вы просто не будете перебываться, да? Да. А есть у вас гарантия? Обязательно гарантия как на покрышке, так и на шиномонтаж. На шиномонтаж гарантия идет 2 недели, на покрышке Nokian и Michelin распространяется 1 год. А все хотят халявы. Халявы хотят все. Ну как же не услужить охочим до халявы магнитогорцам? Yes! Sell! А точнее распродажа. По смехотворным ценам. Эй, в очередь, дети природы! В очередь! Помните первые вопли люмпина всех времен и народов? Шарикова. Добрый совет хотите? Пожалуйста, из абсолютно бесплатно. Оказывается, грузовик с пряниками переворачивается и здесь, на улице Северный переход, 28, рядом с, точнее, в шинном центре Вианор. Грузовик с пряниками в преддверии зимнего сезона 2009-2010 – это распродажа. Да. Вот по ценам от 1500 рублей за
колеса на 14 до 7200 рублей за колеса на 17. Вот. Ну, конечно, пряников не бывает много, халявных, да? Поэтому ограниченная серия. Limited edition, как говорится. Теперь для тех страждущих, кто не совсем въезжает, как проходить грамотно техосмотр, то это несложно сделать. И, извините, даже для владельцев японских автомобилей техрегламент не имеет обратной силы, закон. Понятно? Вот. То есть, ну, просто переобуйтесь для прохождения техосмотра зимой. И вообще-то зимой-то у нас в городе дороги чистенькие. И пройдите на летней резине, а потом уже приобретайте резину вот здесь. Если, допустим, у вас нету комплекта всех четырех шин одной фирмы. Богатейшая коллекция Автограда, точнее Вианора, на химчистке вызывает зависть. И смотрите на это хоть в профиль, хоть в фас, хоть обрызгайте рынки, хоть ждите заказ. Большего разнообразия дисков не найдете. Это инвестиции именно в ваше спокойствие. Ну и кстати, ничто не прибавляет машине новизны, как моднячие диски. Этот опыт нам необходимо перенять у турецких, у американских, у тайландских, да и вообще у водителей всего мира. Они научились ездить на БУ, и нам придется это вспомнить. А омолаживать авто в сети Вианор, либо Автограде. Исключительная гордость у меня за нашу страну, Россию, за такую большую и такую богатую, и такую дорогую одновременно. Что делать? Нам необходимо учиться делать все-таки у нас автомобили. Хотя вот Toyota, допустим, Camry имеет в варианте с отечественной сборкой двигатель 3.6. Да, ну, так же, как и BMW, имеет двигатели за 3 литра. Ну, будем стараться и стремиться покупать в первом случае американский ширпотреб, во втором случае машину американского же адвоката средней руки. Вот. Но это не значит, что у нас делается, вот допустим, продукция фирмы Nokia хуже, чем она делается в Европе. Нет, завод стоит, мама не горюй. И качество тоже. Автоград в своих шинных центрах представляет только импортную резину. И если, допустим, отечественные аккумуляторы ничем не отличаются от импортных, то, извините, резина еще хромает. Поэтому, если вы все-таки решили выбрать качество, причем по цене отечественного, то вот приезжайте сюда. Потому что, вот, допустим, комплект на 13, шина, диск. Сколько стоит? 10 тысяч рублей. Все остальное можно подобрать, исходя из конкретно ваших пожеланий и ценовых потребностей.